Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». В этом видео речь пойдет о саундбаре Samsung HWR530. Ссылки на магазины с актуальными ценами на этот товар вы найдете в описании. Я надеюсь, что обзор вам понравится, и вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал, а также включите колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов. В комментариях пишите, что вы думаете об этом саундбаре. Саундбар Samsung формата 2.1 – это удобная стереосистема, благодаря которой вы будете наслаждаться звучанием любимой музыки или просмотром фильмов и телепередач. Саундбар представлен в виде длинной звуковой панели мощностью 160 Вт и сабвуфера мощностью 130 Вт. Данная комплектация позволяет регулировать высокие и низкие частоты, за счет чего точно воспроизводятся все нюансы звука. При подключении к телевизору саундбар превращает его в домашний кинотеатр с эффектом объемного звучания. В саундбаре поддерживается функция HDMI CEC, что позволит управлять его работой и осуществлять настройки с одного пульта. Наличие Bluetooth-интерфейса и поддержка технологии DLNA предусматривают удобное и быстрое подключение саундбара ко всем подходящим устройствам в доме. Благодаря этому вы сможете слушать аудиофайлы со смартфона, планшета, ноутбука. Кроме того, на его корпусе есть разъемы для проводного соединения. Диапазон воспроизводимых саундбаром частот колеблется в пределах от 42 до 20 тысяч Гц. Функция усиления баса улучшит качество воспроизведения низких частот. Пусть провода не портят интерьер дома, установите беспроводной сабвуфер в любом месте вашей комнаты и окружите себя мощными и глубокими басами. Функция объемного звучания. Функция объемного звучания расширяет границы звукового покрытия вправо, влево и вверх от саундбара. Теперь вы сможете ощутить и насладиться реалистичностью объемного звука с полноценным эффектом погружения. Беспроводной стриминг музыки. Саундбар Samsung использует Bluetooth для беспроводного подключения к другим устройствам. Наслаждайтесь высококачественной музыкой, воспроизводимой саундбаром с вашего мобильного устройства без проводов. Беспроводное подключение к телевизору. Подключите саундбар к вашему телевизору Samsung без проводов через Bluetooth-соединение. Теперь вы можете наслаждаться вашим контентом с великолепным звуковым сопровождением. Управляйте всей системой одним пультом дистанционного управления. Теперь вам не нужно иметь несколько пультов. Включение-выключение, громкость и даже звуковые эффекты саундбара вы можете контролировать с помощью пульта телевизора. Поддержка беспроводной тыловой акустики. Комплект беспроводной тыловой акустики позволяет легко расширить возможности саундбара и воспроизводить настоящий объемный звук без использования кабелей. Этот комплект в сочетании с вашим саундбаром позволит вам создать многоканальную акустическую систему для объемного звучания. Мобильное приложение Samsung Audio Remote. Управляйте саундбаром с помощью мобильного приложения Samsung Audio Remote, установленного на смартфоне или планшете с операционной системой Android. Просто подключите мобильное устройство к саундбару через Bluetooth и управляйте всеми функциями саундбара с экрана телефона или планшета с помощью этого приложения, прослушивая любимую музыку. Сейчас расскажу об отзывах пользователей и начну с отрицательных. Через Bluetooth дает небольшое запаздывание звука. При отключении сабвуфера в саундбаре напрочь пропадает низ. Саундбар питается через выносной блок, а не напрямую от розетки. Нет эквалайзера. Высоких мало. Звук глуховат. От Bluetooth одно название, не подключишься. Не хватает громкости. Неудобное расположение разъемов. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах, которые частично пересекаются с отрицательными. За эти деньги аппарат супер. Звук четкий, сочный и качественный. Совместим с другими марками телевизоров. Сабвуфер играет впечатляюще. Удобный пультик. Включается и выключается вместе с телеком. Стильный, с достаточным набором интерфейсов. Нет лишних проводов. Качество звука. Напоминаю, ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к ролику. Обзор подошел к концу, и я надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на наш канал. Не забывайте включать колокольчик и писать комментарии. До скорых встреч в новых обзорах!